Северном может появиться новый жилой массив, сообщили сегодня в мэрии Красноярска. Вдоль Северного шоссе расположен участок земли без построек. Он ограничен развязкой строящегося путепровода, действующей кольцевой развязкой и сельсоветом Солонцов. В генплане города отражено, что эта территория разделена на зоны капитальной застройки, коммунально-складских организаций и зеленых насаждений. Но проект планирует изменить и землю отдать под многоквартальную застройку. Публичные слушания продлятся до 8 сентября.